День супа – это когда все едят суп. Суп? Ну, люблю я, сынок, картошки. Я не люблю суп, но есть те люди, которые любят суп и празднуют этот день. Суп я люблю, смотря какой. Я люблю гороховый суп и с фрикадельками. А рыбная юшка есть. Как он там? Ну, забыл, как еще один называется. Белые. Крабные. Зеленый. Гороховый. Знаю, там я еще гречной, по-моему. Еще есть суп макаронный. И суп есть с горошиной. Больше это не суп. А потому что уже по названию видно, то, что это не суп, но похоже на суп. Суп – это не борщ, а в других странах называют сырный борщ. И страны, в которых люди вообще супы не готовят. Я не люблю суп. Это вообще не очень полезно.